Эта палата наполнена любовью, радостью и умиротворением. А все потому, что свой третий день жизни здесь встречают, сладко посапывая крохотными носиками, новорожденные Егор и Варвара. Эти мальчик и девочка стали одними из первых малышей, которым было суждено появиться в нашем городе в первый день Нового года. Этот подарок самый ценный и долгожданный, о каком только могли мечтать их родители. Мы родились 1 января в 6:30 утра. У нас родилась девочка, мы очень ждали ее. Вообще она должна была родиться 26 декабря, но решила выбрать для себя такую красивую, знаменательную дату. Новый год, новая жизнь. Она родилась 3,570, 52 сантиметра. В семье Бондарук эта малышка стала первой, а еще продолжила добрую традицию. Ведь теперь каждое 1 января она будет отмечать свой день рождения в один день вместе с бабушкой. Я считаю, что новый путь, нового листа, с Нового года, так и вот у нее будет все хорошо, чистая дорога. А как прошли роды? Сами рожали? Сама, да, 9 часов. Роды под звуки фейерверков за окном. Всего под звуки фейерверков в Брестском областном роддоме появилось на свет 10 здоровых и красивых малышей. Это 4 мальчика и 6 девочек. Однако и здесь кроется новогодний сюрприз, ведь родов было 9, а значит, среди них есть одна двойня. Это два брата Максим и Михаил со звучной фамилией Чайка. То, что родятся 1 января, я не ожидала. Ожидали чуть позже. Хотела планово ложиться 3 числа сюда, вот, ну, сегодня. Но получилось так, что 1-го. А когда узнала, что двойня, была в легком шоке. Хотя наследственность есть у меня, ну, как бы могло быть такое, предположения такие были. Но все подтвердилось. На первом УЗИ нам вначале сказали, что у нас девочки. На втором все-таки мальчики. Так и получилось, у нас 2 мальчика. Так как мальчики родились с весом 2,290 и 2,410, они пока набираются сил в специальных боксах. Несмотря на то, что они двойняшки, характеры разные. Михаил более активный, а Максим спокойный. Но мама любит их одинаково сильно. В Брестском роддоме в новогоднюю ночь всегда оставляют самых опытных сотрудников. И 1 января их на дежурстве было порядка 2 десятков. От лица администрации хотел бы поздравить, во-первых, всех с наступившим уже новым 2023 годом. И этот год нас порадовал рождением 10 малышей, 4 мальчиков и 6 девочек. В этом году самый большой ребенок 5280 грамм, то есть 5 килограмм 280 грамм. Ну и самый маленький 760 граммов. В год мира и созидания я хотел пожелать им таких же счастливых дней, как у них произошел первый. Все-таки родиться на Новый год – это тоже некое великое счастье. Всего родители Брестского региона 1 января стали счастливее на 22 ребенка, а это 12 девочек и 10 мальчиков. Также в Брестском областном роддоме отметили, прошлый 2022 год был богат на двойни, их было 70. А вот счет тройням наверняка откроет 2023. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.